Привет, привет всем! Вот оно, очередная посылка из Китая. Это чудо китайской электроники. Что же в ней? В ней, ну, по идее, должна находиться диагностика. Диагностика для автомобиля. Такая. Сказали, что достаточно крутая диагностика. Ну, поживем, увидим, посмотрим. Следите за этим видео далее. Ну вот, мы плавно переместились в наш автомобиль. Смотрите, смотрите, что в комплекте. Блин, ну я же распечатал, еще не распечатал пакет. Вот такая вот диагностика и диск. Ну, диск я, наверное, вот прилеплю, наверное, куда-нибудь вот сюда, пускай радует глаз, потому что диск этот вставить некуда. Ну, а диагностику в Элантре. Не знаю, как, насколько видно будет. Вот здесь, вот где-то, вот там вот. Вот здесь вот рядом с этой фишечкой. Вот здесь вот посерединке. Вот здесь вот посерединке. Сейчас вот. Вот где моя рука, там находится диагностический разъем. Сейчас туда его будем вставлять. Вот, смотрите, диск нам пригодится только в одном случае. Здесь написано, по какой категории искать. ELM-327. Обеспечение. Вот это приложение мы и будем искать в Google Play. Вот, сама диагностика выглядит так. Здесь есть кнопка включения. Все это работает по Bluetooth. Здесь вот есть Power, OBD, Link. То есть, ну, не знаю, как ее там видно будет. Сейчас вставим, посмотрим. И посмотрим, что вообще он нам покажет на нашей машинке. Машинка-то не новая. Купил еще одно приложение. Ну, это видео еще будет, наверное, быстрее. Смотрите, карт-сканер, MLW, OBD2. Открыть. У нас все подключено в машине. Выбираем русский язык. Окей. Принимаем условия. Нажимаем далее. Объем двигателя у нас 2 литра. Количество цилиндров у нас 4. Единица расхода топлива в литрах. Единица объема. Светлое, темное. Цена топлива за 1 литр. Фиг их знает. Ну, пускай будет 1 доллар, примерно так и есть. Здесь мы выбираем Hyundai. Вот, совместимые. Окей. Не знаю, что это такое. Показывать актуальные. Ну и вот все. В принципе, надо подключиться, выбрать устройство по Bluetooth. Далее перейдите соединение, выберите для подключения. Соединение выберите для подключения. Мы видим вот наше OBD и подключаем. Зажигание должно быть включено или двигатель должен быть запущен. Зажигание у нас сейчас выключено. Сейчас включим зажигание. Или двигатель запустим. Еще раз говорю, что это Hyundai Elantra. Включил я зажигание. Успешное подключение. Давайте смотрим. Протокол такой-то. Версия калибровок прошивок. Подключена панель приборов. Температуру он нам нормальную показывает. Да, у нас сейчас выше 30 градусов. Далее. Здесь, скорее всего, на заведенном двигателе что-то должно тоже показываться, указываться. Расход топлива в литрах. Скорость. Средний расход топлива. Ну, такое, да. Такое. А давайте ошибки посмотрим. Прочитать. Все наборы команд.
прочитать. Давайте ошибки, которые были у этого автомобиля. Статус препятствует другой код неисправности. Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива. Вот. Ну давайте считает, пускай читает, считает. Пока у нас 25%. Посидим, подождем. Ну что, считала всю машину, и куда отправить-то? Отправить. Ну, куда-то можно отправить. Давайте отмена нажмем. Неправильно отрегулирован расход в системе. Устранение ошибки 0. Так, Hyundai, акцент, ошибка. Тест клапана продувки с помощью. Ну, устранение, замена клапана абсорбера. Ну, эту ошибку мне, знаете, выдавал механик, который мне тут переваривал мою гофру. И он об этом сказал, даже без диагностики. Ну, молодец. Поэтому рекомендую, просто рекомендую вот это все хозяйство к использованию. Сканер обнаружил. Проверить на целостность. Продавать канистру абсорбера, трубопровода, где была целая. Так, ну, удобная штука. И 400 рублей за эту штуку не жалко. Еще раз говорю, что буду. Буду рекомендовать всем и каждому вот такую штуку. Рабочая штука оказалась. Хоть и стоит 400 рублей на AliExpress доставка. Я думаю, штука нормальная. И теперь у вас есть все возможности считать машину самому и уже ехать на автосервис именно с теми ошибками, которые у вас есть. Hyundai Elantra, 2 литра, коробка, автомат. Все. Все, ссылка на магазин будет под этим видео. Продавцу привет и спасибо огромное. Все работает.